слова обращения к Аллаху с мольбой при входе в мечеть. Раджим. Прибегаю к защите Аллаха Великого, Его благородного лика и Его предвечной власти от проклятого шайтана. Бисмиллях. Вассаляту вассаляму аля Расули, Аллахум афтехли Аббаба Рахматик. С именем Аллаха, благословение и мир посланнику Аллаха. О Аллах, открой для меня врата Твоего милосердия.